Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутно. Ви на фабриці новини. Мій співрозмовник сьогодні – полковник Збройних сил України Роман Світан. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я! Романе Григоровичу, видання «Білд» пише, що Сполучені Штати Америки можуть схиляти Україну до переговорів із Російською Федерацією у разі провалу контрнаступу. Чи бачите ви на сьогодні для цього передумови? Ну, я не понимаю механизма, как можно склонить к переговорам страну, которая воюет с россиянами, у которой убили больше 100 тысяч человек, у которой разрушили экономику, у которой разрушили энергетику. К каким переговорам? Если уже говорить своими словами, то это значит, нас будут склонять, ну, по словам Бильд, если перевести, то нас кто-то будет склонять к капитуляции, ну вот что Бильд об этом говорит, то есть нас кто-то, интересно посмотреть, кто это будет склонять к капитуляции. После того, как кто-то из неважно каких лидеров, каких стран заявит о том, что он нас склоняет к капитуляции, то есть он становится на одну ступень с россиянами, то есть он становится в режим врага. А врага надо уничтожать. У нас уже, мы уже дошли до этого уровня восприятия действительности. То есть любой враг, он должен быть уничтожен. Уже разговаривать нет. Разговаривать можно было до первой крови, до 14 года, пока не пролилась кровь украинцев от рук россиян. Она пролилась в Крыму, и основная пошла проливаться в Донецке. То есть, и вот до этого можно было разговаривать, а после первой крови уже нет смысла о чем-то говорить, только уничтожение, вариантов просто других нет, уничтожение всех россиян с оружием на территории Украины и депортация всех россиян без оружия, причем в законном порядке. А еще раз повторюсь, ну, хотелось бы посмотреть на того человека, который начнет склонять украинцев к капитуляции. Ну, ему просто бошку отобьют. Ну, это так, в простонародье. А реально, наша разведка, военнослужащие просто пристрелят и всех делов. Почему? Потому что он становится врагом, который начнет склонять нас к капитуляции. Потому о чем говорит Бильд, если честно, непонятно. То есть они уже, я смотрю, все эти Бильды и некоторые это пресса, они в каком-то летают в какой-то прострации, в неприземленной. То есть у нас все намного проще. У нас уже черное-белое давно. Мы уже похоронили 100 тысяч человек украинцев. Мы уже ни о чем вообще разговаривать ни с кем не будем. Нет смысла нам разговаривать ни с кем. И с Бильдом, кстати, в том числе. Романе Григоровичу, але чи стане цей наступ, скажімо так, переламним? І чи є ризики, що від його результату буде залежати постачання нам зброї? Ну, я не думаю, що є якась пряма кореляція по результатам якихось дій. Діло в тому, що ми западним оружием ми виконуємо задачу і для Заходу в тому числі ми прикриваємо Європу от этой российской разбушевавшейся и сошедшей с ума нации, россияне. Нация, россияне, федерасты, русские, как угодно они себя называют, там их не поймешь. Бурят смотрит в зеркало и говорит, я русский. Ну, есть вопросы к восприятию, их восприятию самих себя. Потому вот эта вот толпа, которая с востока, мы их удерживаем с помощью европейского и натовского, и американского оружия. И тоже вопрос, логика самого процесса. Ну, если мы перестанем их удерживать, ну, они будут в Берлине, в Париже, в Лондоне, потом в Нью-Йорке. А если мы не свяжем их здесь, так они развернутся через Сахалин, будут на Аляске, то есть уже в американских штатах. Потому я не думаю, что даже вообще этот вопрос где-то кем-то обсуждается, что нам перестанут давать оружие. Наоборот, я больше скажу, увеличат поставку оружия, то есть увидят, что нам мало оружия, то есть мы как-то, может быть, с чем-то где-то не справляемся, увеличат поставку, увеличат номенклатуру, дальность действия. Потому здесь как раз обратная завязка. И не знаю, как народ это воспринимает, то есть когда
говорит вот такие прямые вещи, там, если что-то не получится, то вам чего-то не дадут. Если у нас что-то не получится, нас тут завалят всем, чем только можно, чтобы у нас что-то получилось. Ну, то есть здесь же причинно-следственные связи, они же в обратную сторону работают, вернее, правильная выстроенная причинно-следственная связь не дает возможности уже дальше домысливать что-то другое. Если у нас что-то не будет получаться, нас завалят вооружением. Причем будут стоять в очереди и давать, только давайте решайте вопрос, уничтожайте эту мразь восточную для того, чтобы она не дошла до Центральной Европы. Вот это правильная причинно-следственная связь. Головне управління розвідки спрогнозували перебіг війни на найближчі 2-3 місяці, кажуть, що будуть найближчим часом вестись активні бої, а всередині літа буде проведена оцінка спроможностей Російської Федерації. Романе Григоровичу, а от середина літа, так? Ми подивимось і що далі, і як би ви ось ці найближчі 2-3 місяці, як ви їх бачите? Ну, середина лета, понятно, это имеется в виду, скорее всего, это саммит НАТО или перед, или после саммита НАТО, то есть что имеется в виду, сейчас объясню. Стоит задача у россиян до саммита НАТОвского в Вильнюсе, там до 12 июля, сжечь все и вся, что только можно, только не дать возможности украинским войскам двинуться и прорвать линию обороны. Ну, есть такой прием, когда все силы и средства бросаются на удержание какой-то линии обороны. Вот это мы уже поняли. То есть понятно, что до саммита НАТО Путин поставил задачу ни метра не сдать врагу нам, ни метра не отойти и удержаться, по крайней мере, не дать украинцам двинуться для разных задач. Ну, одна из задач, чтобы на этом саммите НАТО не приняли Украину в НАТО или не показали дорогу, по крайней мере, быстрого принятия в НАТО. А это как раз по его мыслям, я так понимаю, вот это не дать нам двигаться по линии фронта, это как раз будет способствовать вот такому непринятию. Ну, так он видит, у него тоже своеобразное восприятие мира и ценностей в этом мире. То есть и эту задачу военные России будут выполнять. То есть до середины июля они будут сжечь, максимально сжечь свои резервы всех уровней, но не дадут нам двигаться. Ну, мы это понимаем, то есть это танго, танцуем вдвоем называется. Раз так, значит, будем их выжигать, раз они подставляются и будут подтягивать все резервы. Ну, сожжем их вдоль линии фронта, вопросов нет. А это как раз середина июля, середина лета. Вот об этом ГУР и говорит. То есть они также просчитывают это периоды. А вот после середины лета, вот тогда надо будет посмотреть, а сколько чего у россиян осталось. И вот может быть такая ситуация, что у них просто ничего не останется. Ничего из резервов просто у них не будет, и потому надо будет принимать решение на прорывы, на один прорыв, 2, 3, 5, 7, в зависимости и от направлений, на Крым, на Мариуполь, на Луганск, на Белгород, на Дон, на Ростов, ну, в зависимости от того, сколько фантазий будет у наших генералов. То есть, а эта фантазия, она довольно-таки у нас, я так понимаю, у нас фантазеры еще те, молодые хлопцы, потому профантазируют, просчитают и предложат к выполнению. Вот именно почему привязка к середине лета. Вот из-за этого Россия сожжет большое количество своих ресурсов, и дальше можно уже спрогнозировать как минимум очень быстрое движение украинских войск. Тогда уже будут прорывы, то есть от середины лета тогда уже точно будут прорывы. Вопрос куда? Оптимальный вариант – это на Азовское побережье с заходом в Крым. Это все будет зависеть от того, сколько у нас же сил останется, сил и средств. Мы тоже будем поджигать накопленные ресурсы. То есть надо еще это взвесить. И вот в зависимости от того, сколько у нас останется сил и средств, можно спрогнозировать движение на пересечение сухопутного коридора. Это 100% выход на Азовское побережье. Заход в северный и центральный Крым, это тоже
почти 100% до конца лета это возможно, а может быть еще и движение по донецкому направлению. Причем это может быть заход в Донецк, это может быть выход на Луганск, заход в Донецк может быть завтра, сегодня, сейчас он может быть, там всего лишь несколько километров до границы с Донецком. Это, кстати, не исключается даже в том режиме, в котором сейчас россияне выстраивают линии обороны. Я больше скажу, вот если они, вернее, они уже приняли решение подтягивать и удерживать линию обороны, так у нас сейчас самый оптимальный вообще вариант из всего, что есть, это заходить в Донецк. Вот как бы это ни было сложно, но это оптимальный вариант захода в Донецк именно сейчас, так как именно в Донецке, в Горловке, ну это Горловско-Донецкая агломерация так называемая, заходить туда, так как там сейчас из всей линии фронта самая малая плотность войск и легче можно там работать, исходя из тех параметров войск, которые есть у россиян. Они используют очень много техники на полях, а вот в городе они так работать не смогут. Потому, возможно, на данный момент и такое принятие решений. Кілька уточнень. Ви кажете, що до середини літа у Росії може не лишитись на ніяких резервів. І тієї резервної армії, про яку говорилось нещодавно, Шойгу? Ну от, великі такі пафосні заявлення, а якщо розлажувати їх по полочкам, що намного проще. Він говорив про 5 полків, які будуть поставлені в строй, там, вдоль, в поперек, пройдены, начислены, экипированы и отправлены на выполнение боевых действий. Что такое 5 полков? Полк это 1500 человек, ну грубо, 1500 человек. 5 полков, ну 7500, правильно? Ну даже пусть с чем-то с усиленные, там чем-то, кем-то 10 тысяч человек. Мы в сутки уничтожаем до 1000 человек. Это сколько? На 10 дней? Ну это на один зуб. Нашим войскам, ну да, полторы недели, ну пусть две недели, и все, и нету этих 5 полков. Вот о чем говорит Шойгу. Ну это абы что сказать называется. І ви кажете, що оптимально наразі заходити в Донецьк. От, а я знайшла таку новину, коли готувала до нашого з вами інтерв'ю, що ну, ЗМІ пишуть, що Збройні Сили мають успіх під Красногорівкою, там точаться складні бої, наразі повідомляють про відбиття території, яка була в окупації ще за часів АТО. Роман Григорович, якщо це так, це означає, що ми перейшли лінію, яка була до 24 лютого? Ну, однозначно, треба подождати... известие от Генштаба, то есть то, как Генштаб это подаст. Но и по поводу Красногоровок, тут же вопрос какой. В каждом районе Донецкой области минимум, а скорее всего и всей Украины, есть своя Красногоровка. Красногоровка Волновахская, Красногоровка Донецкая, Макеевская, Горловская, там разных районов, и все Красногоровки. Рядом с Авдеевкой Красногоровка, рядом с Донецком Красногоровка. Потому какую именно Красногоровку, это надо уже посмотреть, но я думаю, что это Красногоровка все-таки, которая севернее, северо-восточнее от Авдеевки. Эта Красногоровка, вот она на трассе находится, рядом с трассой от Авдеевки на Константиновку. И вот россияне постоянно Красногоровку эту занимают, а мы в течение 10 лет их оттуда выбиваем. И вот, вот такое движение происходит в течение 10 лет, и они пытаются постоянно перерезать эту трассу с Авдеевки на Константиновку в районе Красногоровки. Я думаю, это вот это движение, которое сейчас происходит, ну, по крайней мере, оно происходило в течение 10 лет, и вот, может быть, и сейчас. Но не исключаю, что это вторая Красногоровка, которая на запад от Донецка. Она примыкает к Донецку с запада. А это Красногоровка между Песками и Маринкой, если смотреть так по периметру Донецка, между Песками и Маринкой есть еще одна Красногоровка. Там довольно-таки устойчивые позиции наших войск. Движение с этой Красногоровки на высоты Донецка, Трудовские высоты, там есть такой район, шахта Трудовская, Трудовские так называемые. Вот они примыкают практически к Красногоровке, вот этой Донецкой Красногоровке. И в принципе... Выход на Трудовские, там есть несколько таких терриконов, крокодилы их называют. То есть эти высоты, они превышение над Донецком, то есть так называемая господствующая высота над Донецком. Если ее занять,
а там несколько километров от Красногоровки до Тульдовских. Если ее занят, то можно сказать, что будет под контролем весь Донецк, под артиллерийским контролем, и часть Макеевки и Ясиноватой. То есть, в принципе, довольно-таки хороший маневр. И вот как раз сейчас его можно реально производить, так как это самый из всей линии фронта, самый удобный для выполнения задачи вот именно в том положении, в котором сейчас оказалась вся линия фронта. То есть из двух зол выбирают меньшее, называется. Так вот, это меньшее зло наступать на Донецк именно сейчас. В Генеральному штабі кажуть, що захисники цієї доби відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках, а в районі Кремінної активізувалися там активні штурмові дії ворога. Роман Григорович, от ми щодня аналізуємо ситуацію, як за цю добу змінилася ситуація на цих напрямках? Беда у нас там с Кременной. Россияне туда бросили часть стратегических резервов. С одной стороны, это нам нужно, то есть, чтобы они их поджигали. Ну, а с другой стороны, их же надо жечь. А жечь только в боях. И вот в районе Кременной россияне увеличивают количество боестолкновений. Основная задача у них идти на Торское, на Лиман, направление на Торское, на Лиман. Это с востока на запад. Они пытаются чуть севернее еще пройти до Макеевки. Это Макеевка Луганская, вот я же говорю, что вся Красногоровок, Макеевок хватает по всей Украине. Так вот, Луганская Макеевка, вот через нее, на нее пытаются также двигаться. У них задача форсировать реку Жеребец, хотя там ее форсировать, перепрыгнуть там можно по некоторым позициям. Ну а дальше выйти на Лиман и как-то выдавить нас с лиманского этого плацдарма. Эти такие серьезные удары, которые сейчас проводят россияне, там очень короткое плечо поставки, Валуки недалеко, несколько десятков километров, за час можно долететь, вернее, доехать, по крайней мере, долететь за 10 минут. И там недалеко аэродромы, с которых ходит российская авиация, то есть количество вылетов самолета, вертолета вылетов увеличивается. Очень такие мощные удары сейчас там воспринимают. Но мы на контратаках их ловим, у нас там лучшая позиция. Мы в районе Белогоровки с правого берега Северского Донца достаем и южные окраины той же Кременной. Ну и наши части, которые на левом берегу, они на контратаках загоняют обратно россиян в этот лес белогоровский, там лесничество. То есть проводят контратаки довольно-таки успешные. Потому сейчас россияне пытаются сместить точку приложения силы именно сюда, в район Кременной, сорвать ее с Орехова. Ну, у нас и в Орехове неплохо. За последние несколько дней есть продвижение, уничтожение войск. Тактику чуть поменяли, правильно, наконец-то поменяли тактику. Без авиации, с той тактикой, которую начинали, она не совсем работает. Легкими бронегруппами, легкой пехотой, с минометами надо наступать, когда нет авиации. Танки нет смысла гнать вперед, их пожгут, как семечки. Ну, то есть сейчас тактику изменили и выполняем наступательные задачи. И довольно-таки успешно. Есть положительная динамика в районе и Орехова, в том числе, и в Белогоровке, вернее, в Кременной. Російська армія відступає на Запорізькому та Херсонському напрямках та вмивається кров'ю. Про це каже Пригожин, але мене цікавить не Пригожин, Романе Григорович, а от оце описання, це реально відповідає сьогоднішній картині? Так і є. От я ж і говорю, змінили наші війська тактику без авіації і почалось продвіження, а іменно такого роду продвіження, в основному за счет огненних валов, артилерійських огненних валов. Перемалывают российские войска, российские части, которые находятся либо в окопах, либо поднимаются в контратаке. Они нарываются на огненные валы, мы их перемеливаем. Эту кровь российскую, о ней и говорит Пригожин. И это касается и Херсонского направления, ну, естественно, Запорожского. Вот особенно западной части Запорожского фронта. Ну, Пригожин, он констатирует факт, он, так сказать, он не будет ничего придумывать, он реально констатирует факты, но их много, вот этого он же ж не договаривает. Россиян, больше 300 тысяч человек, даже отминусовывая их до 1000 в день, это год можно
с этим большим войском возиться. То есть у нас тоже есть проблемы, проблемы и в движении, и в снарядах, и в направлениях. То есть если с точки зрения Пригожина, ну да, правду говорит. Но эта кровь российская, она ждается и нашей кровью в том числе. Мы тоже несем потери. Також хочу запитати сьогодні знову Романа Григоровича щодо ситуації на Запорізькій АЕС, тому що дуже багато інформаційних приводів стосовно цього. Зокрема, Радбез ООН сьогодні буде екстрене засідання проводити. Крім того, міністр внутрішніх справ наш заявив про те, що створено штаб, який буде найближчими днями відпрацьовувати перекриття доріг, розгортання санітарних контрольно-пропускних пунктів та обставини, які можуть виникнути у разі виникнення ось цієї надзвичайної ситуації. Тобто, от як би ви на сьогоднішній день охарактеризували ось цю ситуацію, наскільки вона є, скажімо так, катастрофічною, і тобто, і ми починаємо тоді готуватися навіть до такого сценарію? Ну, коли у обезьяни в лапах появляється граната, ну треба готуватися, що на цю гранату може бросить в будь-яку сторону. Тобто, Путін це така обезьяна з гранатою. Потому однозначно надо готовиться, тем более Запорожская атомная заминирована, и это все признают, включая россиян в том числе. То есть, а раз это так, значит, любой момент человеческий фактор может сработать, и кто-то нажать на кнопку, подорвет реактор. Ну, реактор сильно не подорвешь, там есть определенный режим защиты, но тем не менее нанести определенный урон и выброс радиоактивных веществ в воздух, на землю, он может произойти, а к этому надо однозначно готовиться, есть протокол, такой, протокол подготовки всех служб для таких действий, потому сейчас это все и включилось, и оно, Совет Безопасности, ну хорошо, там Россия, там Китай, и что этот Совет Безопасности сделает? Пока существует ООН, ООН это вообще Шарашкина контора, это же понятно, они кроме денег, зерна, они же больше ничего не могут, они больше ничего не видят. Это такие баблошники в мире, грантоеды, на грантах сидят 180 стран. И мафия эта ООНовская, у них задача получить взносы и потом их как-то проесть и показать отчетность. Больше ничего. Потому и Совбез, Совет Безопасности, ничего он не сделает. Ну, это можно поговорить, что вот где-то кто-то собрался. Это то же самое, как и Грета Тунберг о потеплении на Земле говорит. У Солнца активность определенная есть. Эта звезда работает над увеличением температуры. Ну, можно поговорить про это. Про восход Солнца на востоке завтра. Можно поговорить, но как бы мы об этом ни говорили, оно все равно взойдет на востоке. Ни на западе, ни на севере. Потому только разговоры. Пока это просто разговоры. И все, что связано с ООН, Советом Безопасности ООН, это вообще никакого отношения к действиям как таковым не имеет. Можно очередной раз там в информационном поле сутки побыть и больше ничего. Действий не будет. У Сенаті США сказали, якщо Росія це зробить, то це буде вважатися атакою на країни Альянсу тоді. Тоді це може означати, що НАТО вступає в війну? Ракета Х-55 в прошлом году, зброшенная над Каспием, прошла Россию, прошла Украину, прошла больше половины Польши, не долетела до Германии. Видать, хотела над Рейхстагом помахать крылышками, я так понимаю. Не хватило керосина, просто-напросто плюхнулась. В Польше никто и бровью не повел, и никто ничего не сказал, не воспринял как атаку или нападение, или еще что-то. Ну, взрыв, подрыв дамбы, не дамбы, а плотины Каховской гидроэлектростанции снес плодородный слой, создал экоцид страшнейший, погибли люди. Кто-то хоть что-то сказал, ну и будет то же самое здесь. Подрыв на Запорожской атомной никак не повлияет на пятую статью, и что бы они там ни говорили, не приведет ее, не взведет ее в боевое состояние. Потому это опять такая информационная утка и больше ничего. Захочет Путин подорвать Запорожскую атомную, он ее подорвет. Не захочет Путин ее подорвать, подорвет кто-то другой, у кого с утра голова с бодуна.
болит и который рядом с кнопкой находится. То есть здесь проблема в самой агрессии путинской России и нахождении ее солдат на нашей территории. Вот проблема. А с этой проблемой можно бороться одним единственным способом – уничтожением этих солдат на нашей территории. Не разговорами, не заседаниями, уничтожением. А для того, чтобы уничтожить, нам надо силы и средства. Потому максимум, что можно просить, ждать или требовать, может быть, передачу нам достаточного количества вооружений и номенклатуры вооружений, дальности, мощности, количества. Вот это самое оптимальное. А все остальное заседание, ну, позаседают, протрут себе очередные штаны от Луи Виттона, ну, пойдут потом опять купят. В общем, хорошо будет Луи Виттон. Ну, нам от этого, я думаю, никаких плюсов не будет. Романе Григоровичу, будемо сподіватися, звичайно, на краще. Віримо в наші Збройні Сили України. А я вам дякую, як завжди, за цікаву розмову та детальний аналіз, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадую, що у вас є можливість стати спонсором Фабрики Новин. Це можна зробити на нашій YouTube платформі. І ще раз вам дякую за увагу. Всього найкращого і до наступної зустрічі. Романе Григоровичу, чекаємо нас в понеділка на фабриці. Як завжди, дякую. До свидания.